Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Первый Караван, меня зовут Марк, и сегодня у нас на обзоре домик немецкого производителя Hobby модели Excellent. Караван этот 97 года выпуска, имеет встроенный бак для воды, уже установлены велодержатели, и в комплекте идет у него палатка. Начнем мы наш обзор снаружи, с передней части. В передней части каравана находится одно лобовое окно, которое открывается, имеет свою москитную сетку и солнцезащитную штору, как и все окна и люки в этом караване. Под этим окном находится рундук технического назначения для двух газовых баллонов максимальным объемом 27 литра, если это баллоны железные, и двух баллонов максимальным объемом 24,5 литра, если это баллоны композитные. Также здесь остается место для запасного колеса, каких-либо ключей и так далее. Прицепное устройство от производителя Winterhoff модели VS3000 со стояночным тормозом, колесом лифтования прицепа и абсолютно как любой караван, он оснащен тормозами инерционного типа. Фишка для подключения здесь на 13 пин. Соответственно, если на вашем автомобиле розетка также 13 пин, у вас будет поддержка температуры холодильника на ходу от 12 вольт, если вы преждевременно охладили его от газа, либо от сети 220. Также, если вывести аккумулятор у нас на сервисе в этом караване, то он также будет заряжаться от этой фишки при подключении к автомобилю. В случае, если у вас на автомобиле розетка 7 пин, вы можете подсоединить переходник с 13 в домике 7 на автомобиле, все это подключить, и работать у вас будет только наружная оптика. Поддержка внутреннего оборудования будет отсутствовать. Здесь же на дышле уже видим установлены велодержатели для двух велосипедов. На этом снаружи у нас все. Теперь можем посмотреть, что с правой стороны. С правой стороны по ходу движения каравана в передней части находится рундук с баком для чистой воды, который мы можем достать, заправить и установить обратно. Далее идет две решетки выхлопа от холодильника. Уже за осью с этой же стороны находится входная дверь, которая делится на две части. Закрыв нижнюю часть, тем самым можете контролировать выход животных либо маленьких детей. Но здесь уже интегрирована москитная сетка, есть маленькое окошко, чтобы что-то кому-то подать. Входная дверь также имеет фиксацию в открытом положении, чтобы ее не захлопнуло ветром. Сверху над входной дверью есть отдельное наружное освещение. На этом с правой стороны у нас все. Теперь можем посмотреть, что в задней части. В задней части прицепа находится также окно большое, которая ведет нас в обеденную зону, о которой мы с вами поговорим еще внутри. Оно также открывается с москитной сеткой и солнцезащитной шторой. Все остальное здесь стандартно. Это наружная оптика. И снизу есть направляющие под шестигранники для того, чтобы выставить караван на опоры, так называемые лапы. Абсолютно каждый караван их имеет. Две сзади, две спереди. И по мере того, как вы приехали на местность, вы специальным ключом, который идет у вас в комплекте, выставляете караван на эти опоры, и он у вас не раскачивается, стоит устойчиво. На этом задней части у нас все. Теперь посмотрим, что с левой стороны. С левой стороны по ходу движения каравана находится подключение каравана к сети 220. Кабель идет у вас в комплекте. Здесь находится рундук с кассетой от биотуалета. И здесь же заливная горловина в отдельный бак для смыва этого туалета объемом 10 литров. Ну и в передней части с этой же стороны находится рундук, сейчас закрыт, с доступом под переднюю кровать. То есть доступ можно получить, как открыв тот рундук, так и подняв фонарь с матрасом внутри. На этом снаружи у нас все. Теперь можем пройти внутрь и посмотреть, что там. В передней части каравана у нас находится кровать для двоих. Она здесь статичная. Под ней есть место для хранения, как и сверху по всему периметру этой зоны. Есть отдельные шкафчики. Присутствует освещение, это плафон на потолке. Сверху есть вентиляция воздуха и обилие окон в той зоне также придает, естественно, освещение. Эта зона у нас перекрывается полноценной рейлинговой дверцей с этой стороны и второй цели. На этом в передней части у нас все. Теперь мы можем посмотреть, что находится в центре каравана. В центральной части каравана находится кухонный блок. Он состоит из плиты, на которой расположены три газовые конфорки. Плюс есть вот такая металлическая защита деревянных элементов от того, чтобы вы не забрызгали их жиром во время готовки. Справа от плиты находится раковина для мытья посуды. Ну и справа от раковины находится дополнительная рабочая поверхность. Под плитой находится холодильник от производителя Electrolux на 80 литров. Работает он как от сети 220, так и от газа. От 12 вольт он поддерживает уже набранную температуру. Опять же, при условии, что на вашем автомобиле розетка 13 пин. Под раковиной находятся дополнительные места для хранения кухонных принадлежностей. Сверху над кухонным блоком также есть дополнительные шкафчики для хранения посуды. Также над плитой у нас уже установлена вытяжка. Сверху есть люк 40 на 40 в режиме постоянной вентиляции воздуха. Он открывается с москитной сеткой и солнцезащитной шторой. У входной двери, также от кухонного блока, есть дополнительная угловая ниша с дополнительным ящиком.
На этом с кухонным блоком у нас все. Теперь давайте посмотрим на санузел. Санузел здесь у нас совмещенный и находится в центральной части каравана. Войдя в него и включая свет, у нас включается сразу приточно-вытяжная система, которая работает на выдув. Туалет здесь от производителя Tedford с электрическим смывом и индикатором заполнения. Душевой поддон. В этом углу находится умывальник. Над умывальником зеркала со своим отдельным освещением. Справа от зеркал находится обилие шкафчиков для хранения ванных принадлежностей. Сверху на потолке люк 40/40 с москитной сеткой, где у нас и установлена вытяжная система. Также видим, что сюда заходит дефлектор отопления, а значит, что санузел у нас тоже отапливается. На этом здесь все. Теперь давайте посмотрим, что у нас далее. Далее, после санузла, у нас находится шкаф для вещей с уже установленной штангой для вешалок внутри и с раздельными полочками. Под шкафом находится также дополнительная ниша и основной блок отопления в караване. Отопление здесь от производителя Трума, соответственно, оно воздушное. Работает оно от газа, раздув по всем зонам, поэтому прогревается караван равномерно. В задней части каравана находится P-образный диван, который может служить нам как обеденной зоной вот в таком состоянии с обеденным столиком, либо же как спальное место, то есть столик у нас опускается и боковые подушки раскладываются в центр. Получается одна сплошная кровать. Более подробные фото в разложенном виде, размеры спальных мест и в принципе всего каравана вы можете увидеть в описании под этим прицепом на нашем сайте. Под этими диванами есть места для хранения, как и опять же сверху по всему периметру этой зоны. Центральный плафон на потолке и два угловых, которые регулируются по направлению и включаются и выключаются отдельно. На этом у нас здесь все. Теперь мы можем подвести итоги. Итак, друзья, сейчас мы с вами посмотрели на еще один караван у нас на площадке. Опять же, от немецкого производителя Hobby, модели Excellent. Напоминаю, что данный караван 97 года выпуска. Имеет уже встроенный бак для воды, установленные велодержатели, две спальные зоны и идеально подойдет для проживания 4-5 человек. На момент публикации данного видеоролика караван находится у нас на площадке по адресу город Санкт-Петербург, Янина 1, улица Шоссейная, 50А. Этот и другие модели именно актуального предложения вы можете отследить на нашем сайте, либо в нашем телеграм-аккаунте, ссылка на который будет в описании под этим видеороликом. Ну а на этом все, друзья. Приезжайте к нам на площадку, посмотрите этот и другие модели воочию. Всего доброго, путешествуйте.